Студия 89.9. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». В эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Гоши Куценко. Гоша, привет. Как дела, Гош? Отлично, я обложился наушниками, очками, микрофонами, я в счастье. И командой замечательной, с которой ты к нам сегодня пришел, за что тебе отдельное спасибо. Да, это мои старинные друзья, мой музыкальный коллектив. По именам кого-нибудь? Всех знаю по именам. Я более того, я по фамилиям знаю и по... их винам, номера паспортов, у меня все данные. Ну, думали, ты представишь их. Руслан, Миша, Олег, Илья, Татьяна. Даюш, привет. Всем-всем-всем большой привет. Наших вокалисток с нами Юли Пак и Олеси Ковалевой. Вот Юля где-то на гастролях. Наконец-то у нее пошло. Слава Богу. Благодаря тебе, наконец-то, молодец. Все, у Олеси преподает частный вокал. Вот у нее сейчас студент. Друзья, по поводу гастролей, ведь мы должны сказать, делаем это с радостью, ровно через неделю, 24 января, случится событие, мимо которого мы не можем пройти, концерт Гоши Куценко в клубе «16 тонн», 8 да. вечера. Кстати, сам артист не сразу сообразил, о чем ты говоришь, да? Нет, у меня просто театральный 20-го, я подумал, что что-то упустил. 20-го, 24-го, да? А, вот мы приедем из Беларуси. Как раз, да, и сразу. Наша рубрика «Календарь». Да, и да, сыграем концерт. Приходите. В 16-то там хороший звук. И мы... Это новая программа какая-то. Ну, это наша новая пластинка. «Слова», которая выпущена была в 2018 году. Такое название у нее. Вот я из тех актеров, которые так увлечены музыкой, что я не могу выскочить из роли музыканта, которую я играю на протяжении 15 лет. Вот Серег Безруков кино снял, где сыграл рок-музыканта, а я более... Я эту роль играю уже давно, 15 лет. И вот наша четвертая уже пластинка, предыдущая называлась «Музыка», и я решил к этой придумать такие немудренные... наименование «Слова», как мне подсказал Миша Ефремов на премьере. Ты следующие слова назови. Я так и сделал, назвал ее «Слова». Очень красиво, кстати, пластинка. Ну, замечательно. Расскажи, пожалуйста, чем она отличается от музыки? Она ничем не отличается, только словами. И музыкой. А даже у них похоже, тоже они выпущены на CD, и даже у них обложки похожи. Ну, конечно, отличается. Музыканты, кстати, те же практически. Ну, это хорошо, авторы, если команда... Авторы на пластинке. Авторы пластинки те же. Да, авторы, вот ребята, авторы музыки, автор слов, текста. И такая это наш следующий этап развития. Я думаю, кто там может ассоциировать нас с каким-то музыкальным событием, а судя по... Я-то ребят знаю вообще, кто они музыкально. Я разбираюсь в музыке с детства. Я был диджеем 40 лет назад, поэтому... У меня шикарная школа прошлого века, 20-го, и я музыку, я не могу... То есть ты львов там на ушах что-то стоял? У меня музыка, это мой очень старый, добрый друг, с которым я рос вместе. Это что-то близкое мне. Наверное, музыка для меня... Подари нам, пожалуйста, часть этой дружбы. Давай начнем нашу музыкальную часть, что мы послушаем. Ой, все, хорошо. Наконец займусь не своим делом. И песня называется «Любовь такая». Я написал ее своей дочке, точнее, Жене Средненькой. Евгения Юрьевна Средненькая. Да, мы сняли видос. Она летает в обличии космонавта. Да, прекрасно, красивое нам. Видео. Есть, да, такое красивое видео. Очень трогательная песня, спасибо тебе. Спасибо вам большое. Вот вами, вашими словами, мед. Поехали. Бесконечное яркое солнце открывает твои глаза, и они голосуют
ресничками зал, за красивые виды из окон, за игривые облака, за улыбку привет и грустишку пока, пока. За любимые фильмы, книги, за зеленые города, за серьезные нет и смешливые да-да-да-да-да-да. За свободные мысли, взгляды, за поющие голоса, за веселые ветры, влюбленные в них паруса. Я знал, что есть любовь такая, как день зайдет, как ночь застанет. Свет луны бесконечной закрывает глаза твои, и на охоту выходят реальные сны. Сны о том, что приснится ее чисто-пречистой душе, то, что будет когда-то, но было давно уже. В снах полетах она покоряет бесконечную дикую даль, их она постигает печаль. И во сне о любви когда-то кому-то в этом сне повезет, она встретит того, кто ей сердцем споет. Я знал, что есть любовь такая, как день зайдет, Страна ФМ и Гоша с концертом у нас в студии здесь впервые, чему мы, конечно, несказанно и очень-очень рады. 24 января у вас есть возможность оказаться на концерте в клубе 16 тонн. Да. Те, кто живет даже не в Москве, есть возможность по-быстренькому все организовать. Поездку, билеты и так далее и тому подобное. Не четверг, на самом деле, это же не пятница. Ну ничего, здорово, зато можно, конечно. Конечно, слушай, ну хороший концерт. Но в пятницу лучше взять выходной, мне кажется, тогда на работе заранее отпроситься и все это таким образом сложить. Поработать в воскресенье, да. Боже, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, что легче тебе далось, твоя актерская карьера или музыкантская? Ну, мне музыкантская не дается пока. До сих пор? Она, да, мне актерская перебивает вообще и все, и временем, и графикой, и затратами, конечно. Я был бы счастлив, если бы я был музыкантом, я просыпался, и первый, кому я звонил бы ребятам, и я придумал бы музыку. Я в этом смысле завидую им, конечно. Я просыпаюсь и повторяю текст того спектакля, который я буду играть вечером, или еду на съемку. Я актер, конечно. Но вот... Но таких, как я, актеров немного, на самом деле. Немного, кто так увлечен музыкой.
Вот таких актеров немного. Но я знаю, они появляются уже на свет. И мне кажется, что это и наша, в том числе, заслуга, что 15 лет. Ты пример, да, определенный подал? Я просто в 80-е, 70-е, я с удивлением обнаружил, что я знал актерское пение больше, чем эстрадное. Мы тогда... Было иное подключение. Поющие актеры для нас, наверное, такой символ времени. Боярский, например, Карачев. Михаил Сергеевич. Миронов тот же самый. Миронов, да. Андрей. Вы вспомните все песни. Много актеров, да. Кто пели. Вообще отношение к кино было. Сериалов же не было. Да. Все было не разменено. То есть не было вот... валюта еще. Сериал — это валюта коммерческая. А все было честно. Поэтому кино было событие. Песня в кино, она была... Это же одновременно было, извините, и видеоизображение. Потому что и видосов-то не было, собственно говоря. Потом это делегировалось уже. Родились новые профессии. И видео с своей эстетикой и так далее. А кино тогда было все. Поэтому киноактеры поющие были всем. Вот. Поэтому я вот сочиняем песни, извини, вот, я очень горжусь этим. Да вот хорошо музыка... бы еще пятую выпустить пластинку. Да, конечно, сколько у тебя еще будет, чего останавливаться-то? Ну, а как? Ты каждый раз думаешь, что это все последнее? Ну, я думаю, так всегда, каждый раз, когда играешь. Нет времени, спектакль. Нет материала, Гош, почему так? К сожалению, эта жизнь учит меня тому, что иногда надо распоряжаться так, что она оканчивается очень во многих своих проявлениях. Например, у нас была работа, любимая театральная работа, «Игра в правду». И мы сняли кино по этой пьесе, которую написали сами. Написали 10 лет назад, и играли ее 9 лет. И когда ездили на гастроли, нам казалось, что это лучшее произведение. Я до сих пор считаю, что это одна из лучших современных пьес. Играли мы ее с Костей Юшкевичем, Мирой Апексимовой, мной и Димой Марьяном. И вдруг в один день, год назад, чуть больше уже, 2 месяца, это прервалось в одну секунду. И этот спектакль у меня перед глазами, но мы его больше не играем. Видишь, как жизнь устроена. Я не играю свое лучшее произведение. И мы не взяли никого в состав. Мы посчитали, что это как память, как наше время, как наша жизнь должна остаться в прошлом. Так и по поводу музыки. Ты же не знаешь, что ты сочинишь завтра, придумаешь. Об этом можно только лишь мечтать. Мне кажется, я очень удачно сошел с ума относительно музыки. Многие сходят артисты с ума, открывают рестораны, кто-то бизнес делает, кто-то сосредотачивается на детях, начинает. Мы меняемся, иногда открываем просто с возрастом. Такие вещи для себя ценные, которые для более молодого поколения смотрятся странно. Ну, я смотрю на современное поколение, мне это странно. Жизнь, она странная штука. Ну и скажи, ведь страна, наверняка представить, что ты только музыкант, выдающийся, любимейший, известнейший, но уже не актер, скажи, ведь такой расклад тебя тоже не устроит. Ну, это было великолепно. Во-первых, у меня было осталось кинопродюсирование, и я хочу свалить из сериалов, правда. Вот сейчас сыграем новый сезон «Скорой помощи» и «Ольга». Четвертый конечно, сезон, куда же. Я проник, и я не скрываю. И хорошо, что проник. Ты там очень глубоко и песней проник, и всем проник туда. Песней проникаю еще. Я хочу видео, и вот сейчас выпрашиваю материал у ТНТ Ольги, они как раз сейчас обсуждают это на днях, потому что я хочу подснять Яну. Какие кадры можно Куценко отдать? Ну да, вот они сейчас решают. Песня знатная, мы ее споем, она моя любимая. Приноси сразу. Сейчас клип. Прямо хотите? Клип приноси сразу, клип, говорю, как только будет готов. Когда дадут тебе кадры, да. Да, и у нас... Слушай, я хотел снять ролик на песню «Ольга». У меня было 5 сценариев. Раза 3 я приступал. У меня уже кастинг, это отдельная история. 5 сценариев хороших, неплохих, мне кажется. И не случалось. И вот не случалось. Она как ждала своего времени. Конечно. И сейчас мне так хочется, чтобы она стрельнула. Потому что вот следующая песня, которую мы споем, она вот у вас «Зимняя картинка», завтра же «Крещение». И, да. 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 И, 19-го, да?
Да, и завтра... С пятницы на субботу конечно, ночью, в ночь с пятницы на субботу песня, как вот, раз будет у нас все прорыв. Ну, мы сделали новогоднюю песню и видос выложили. Я не знаю, можно ли у вас его показать. Кстати, а чего вы у себя не крутите Новый год? НГ называется. Он просто закончился еще уже. У вас, судя по этикетке, еще все продолжается. Это зимушка, зима. Гош, что мы сейчас услышим в твоем исполнении? А мы можем... А что у нас-то по списку, Руслан Эдуардович? Огласите, пожалуйста. Ленин. Ну давайте, а давайте Новый год споем. Стас, включите нам освещение под Новый год. Давайте. Поехали. Новый год, погнали. Ретро песня. Снова по телевизору Вова, с новым тебя поздравит он годом. Снова он пожелает нам, чтобы стало все в наступающем клёво. Зима снаружи, лето внутри. Я исполню в эту ночь все желания твои. И старое счастье подружится с новым. Мы будем богаты, а дети здоровы. Лето внутри, зима снаружи. Я согрею в эту ночь тебя, милая, сужи. Что мы размечтались и так захотели. В старом разбежались и в новом полетели. Снова по телевизору Вова. Снова очнемся мы где-то второго. Снова все будет по-старому, но снова. Зима снаружи, лето внутри. Я исполню в эту ночь все желания твои. И старое счастье подружится с новым. Мы будем богаты, а дети здоровы. Лето внутри, зима снаружи. Я согрею в эту ночь тебя, милая, в стужи. Чтоб мы размечтались и так захотели. Чтоб в старом разбежались и в новом полетели. И Гоша Куценко! Гоша Куценко, браво! Программа «Концертный зал» с Новым годом! Да, году они будут вспоминать этой песни, по крайней мере. Замечательная песня и потрясающий клип. Начало берет с 2001 года. И там каких только чудесных Вов нет. И Пресняков, и... Владимир Крестовский, Владимир, да. И, конечно, Винокур. Конечно. И все любимые Владимиры. Ну, не все, не все. Почему тоже? И изображающий его Дмитрий. И благодаря этому фильму, друзья, мы узнали, что такси начнут летать в 2028 году. Да, ждать осталось совсем недолго. У нас прям коротенько, коротулечка, пауза. Оставайтесь с нами. Студия 89.9.
Концертный зал. Дорогие друзья, продолжается программа «Концертный зал». Сегодня в гостях у нас Гоша Куценко и его замечательный музыкальный коллектив. Не забываем, что 24 января в клубе «16 тонн» состоится концерт артиста. Так что, если есть время, возможность, обязательно приходите. Это презентация нового альбома, да, «Слова». Так что быть нужно обязательно. А до этого лучше скачать и уже познакомиться с творениями, с новым альбомом. Качайте. Это же концерт случится после твоего возвращения из Беларуси. Ты сам проговорился. Да, мы пойдем в Белоруссию. Там нас очень любят, смотрят и слушают. Скажи, где тебя искать? Да, где ты будешь? В Минске, в Минске Витебске? Будем. Сейчас я посмотрю график, сейчас все скажу. Концерт. В процессе буду рассказывать. Да. Мы идем со спектаклем «Дон Джованни». Это такой чудесный, веселая комедия, безрассудная. Я играю, наконец-то, сам себя в театре. Я играю «Дон Джованни». Дон Гуана. Дон Гуана, наконец-то! Делись. Наконец-то я могу откровенно со сцены говорить. Кто я есть и раскрыть себя, в общем, со всех сторон уже абсолютно. Скинуть все маски, скажем так, правда, Гоша? Да, кстати, да, я скидываю маску. Я все время хочу, но у меня там такая театральная маска, он залезает же на балкон до няни, и там у нас есть такой текст, говорит, ее папа очень строг, и он может травмировать вас, как прошлого поклонника. Я говорю, не волнуйся, меня не узнают, я захватил маску. А он отрезал предыдущему поклоннику помидоры, мы так говорим. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот такое овощная тема. Папа суровый, да. Я говорю, но я захватил маску. Да что помешает ему? Папе отрезать. Да. Я говорю, ну что же, опасность — отличная приправа к жизни, нет страсти без борьбы. Я все время хочу артистов расколоть, я, может, сделаю это в Беларуси. А бывает такое под Новый год там? Захватил маску, я захватывал, ну, одеваю. Я хочу взять плавательную. Вот эту идиотскую. Я захватил маску. Спрут вместе с трубкой надо, только такую сразу, знаешь, чтобы все. Ну, у них будет истерика, но я сделаю это, гады. Я им сделаю в Гомеле, ждите. Операция Гомель. Ох, как опасно. Значит, в Гомеле будет концерт, сейчас. Я пытаюсь сейчас проникнуть. На сайте есть. Вот, нет, я зашел в Святая Святых, свое расписание. Вот, внимание. 20-го Гродно, 21-е Брест, 22-е Минск, 23-е Гомель. И 24-е Москва, клуб Москва. 16 тонн, и это уже... Мы можем продолжить, кстати, я примерно минут на 15 давай. Могу повеселить вас расписанием, мне прикольно. У тебя до сентября там, да? Да, ты знал. С следующего года, я думаю. 26-е Нижнекамск, концерт Высоцкого, это стоит посмотреть. 29-го в Театре Моссовета упражнение в прекрасном, наш легендарный спектр, вообще любимый. Потом... Высоцкий, в Краснодаре, в Ростове концерты, в Питере «Дон Джованни», в Питере «Ladies Night» 8-9. И в Израиле 15-16-17-18. «Любовные письма» с Катей Климовой. Вы сами меня зацепили. Упражнение в прекрасном. Германия. Вот здесь поподробнее. 26-го. Ганновер. Это город, я не выговорю следующий. Франкфурт. Штутгарт. Нюрнберг. По 4-е. Потом прилетаю и сразу в Саратов, Ульянов, Самара, Тольятти. Ну, это связка. И потом Липецк, Воронеж, Белгород. Я езжу все время. И между этими общем, друзья, временами записывать песни. Эта информация песни дает нам понять, что все благополучно в финансовом плане у артиста. Это Куценко, все бесплатно. Но музыка... Это все театр бесплатно. Вы что? Зарабатывая между этим съемками. Ну и пора уже концертами зарабатывать огромные деньги. Для этого вот, давай мы сейчас исполним песню. Давайте, ребята, я мечтаю. Помогите. Раскрутиться. Хотите, назову группу «Страна FM»? Очень хотим, конечно. «Страна ГК». Очень. «ФМГК». «ФМГК», да. Ну что? Ну давайте-ка споем песню «Ленинский проспект», которую была у вас в эфире, видос, ты помнишь, Саш? Конечно, мы сидели год конечно, назад. Мы с тобой сидели. Я снял шикарный ролик, любимый. Куча графики потратил. Летал на грузовике Саня Хилькевич на Ленинскими горами. Я никогда не забуду эту премьеру. И там есть момент, где машина взлетает. Да-да-да. И там музыка затихает на секунду. Причем на альбоме мы не делали пауз, понимаешь, что на радио выключат. А мы же теле, да. И другие. И нашим, и вашим. Поэтому... Я думал, что, представляешь, а на ролике, на видео мы разошлись, сделали паузу, ветер, и она взлетает, и вот здесь все то, ради чего я задумал. Пролет над горами, красивый грузовик, шикарная графика, миллионы рублей.
И мы так сели, Саша, я говорю, вот сейчас, и мы взлетаем. Я говорю, вот смотри. И такой, пум, кап. Саша говорит, ну отлично, спасибо большое. Такой... Зато ты запомнил. Друзья, это, конечно, да, особенность нашего технического вещания, но надо сказать, Гоша очень обиделся, и вот видите, только спустя год он пришел. Ну ладно, пусть подумают, что ты объявил нам бойкот. Ну, нормальная история. Мне не с чем было приходить до этого, чего отвлекать вас. Я шел к альбому, какому-то я и... И бойкот. Вы хорошая история. Зато теперь ты уже не будешь такие полеты делать в клипах. Теперь тебе будет все музыкальненько, ровненько, чинненько. И сейчас что будет? Сейчас тот самый ленинский, да. Тот самый. А, самое смешное, что мы не будем играть этот проигрыш сегодня. Мы решили его убрать. Да, Миш? Да. А это правильно. Михаил Кадурин, гитара, автор. Браво! Мое сердце мое, мое
мое сердце твое приглашает в полет. Вот видеоверсия. Это великолепно. Гоша Куценко. Концертный зал. Спасибо. Отдельное спасибо автору за партию гитары. Респект. А, это не все, это он сейчас... Что, он сейчас перестает здороваться? На концертах будет еще круче. Кстати, вы сыграете же 24-го? Конечно. Все. Сейчас сделаем микрофон. Сыграем, конечно, мы сыграем все. Сыграем, как в последний раз. Все четыре альбома. Будут ли дуэтные песни? Бывает такое, такое на корпоративе. Кстати, дуэтные песни будут? Как? Дуэтные песни. Дуэтные, да, ну, девчонки будут, Юля будет на концерте. Ну, мы сыграем «Светлый дым», мы с ней всегда поем «Светлый дым», дуэтные. А так, если ко мне кто-то заезжает иногда из моих подружек, с кем мы спели прошлый альбом, то, конечно, мы споем. Мы иногда поем. Я вот на концерте Айовы. С Катей. Да, с Катей. Мы пели в Анту, я приехал к ним в Крокус, в свой день рождения, 20-го вышли. Какой ты молодец. И с ними. Это им спасибо, Катечка, спасибо. Моя самая деле любимая поп-группа Айова вообще. Кстати, у ребят корни в Беларуси. Да, конечно, мы знаем, да, конечно. Я эти корешки приглашу на спектакль к себе. А это правда, что песню «Ольга» ты хотел спеть с Олей Бузовой? О, и я мечтал бы, да? Спеть. Хотя бы сыграть. Сыграть. Ты даже приезжал, да, там как-то? Я заезжал, да, Дом 2, я продал душу дьяволу, и мне очень понравилось. Вообще там было очень гостеприимно, меня угостили чаем, не оскорбляли. Тебе вообще не предлагали не остаться, били? Скажи, Гош. Ногами, руками. Остаться не предлагали? Остаться. Ну, слушай, они же Дом 2, не дурдом. Если бы я остался... Ну, в общем, не срослось как-то, да, не получилось. Пока всего, конечно, огромной занятости, я так понимаю. Нужно сплюнуть. Давайте сплюнем. Не срослось. Почему? Она растет сейчас на другой почве. Песня «Ольга» сейчас, у нее другая тема. Я, разумеется, спел там «Ольгу», потому что не было смысла петь другую песню в присутствии Оли Бузовой. Если есть песня «Ольга», зачем мне петь «Ленинский проспект» или про детей, или про мир, или про войну? Нужно петь про секс. Поэтому я пел, конечно, о любви, сексуальности. Гош, по поводу детей. Ну, не помогло. Вот видишь, надо было про детей петь. И тогда, слушайте, может быть, все может, было по-другому. Может, у Ольги появились бы дети. Может быть. У Ольги еще появятся детей, она нас еще порадует. Да, конечно, все будет, конечно, хорошо. Дом 3. По поводу детей. Дети знают тебя как рэп-музыканта. По мультику. Те, которые посмотрели Smallfoot. Smallfoot, да, я там читал рэп. Да. Да, вот расскажи, как это, сложно ли тебе было и будет ли у тебя здесь в твоей группе сегодня, рэп-музыка? Сегодня, следующая пластинка, конечно, у нас хип-хоп. Она будет хип-хоп? Конечно, боже. Хип-хоп у меня. Но конечно. Это пока вот друзья скептически смотрят на меня, потому что это скорее... А не все ли равно тебе, скажи, пожалуйста, как смотрят твои друзья вообще... на это? Нет, я, да? Я вот этих называю. А, которые будут друзьями принимать непосредственное участие. Они называют вот, пока стихами под музыку, но мне кажется... Мне пока достаточно этого. Главное, что это мои стихи под их красивейшую музыку. Меня это устраивает. Ну, потому что рэп — это не просто. Это... Ну, тебе интересен он, скажи. Ну, конечно, я пишу какие-то вещи. Вообще, рэп — это будущее, чего говорить. Мое точно. Вот. А Smallfoot, да, я помню, меня сначала пригласили. Я так понимаю, что это и кастинг был своеобразный на звучание мультика. И там мой голос знают, и уверены, что я хорошо сыграл, озвучил этого чудесного толстячка. Самый главный из жирных, снежных людей. Там, я да. Жирных и старых все в последнее время, кстати, озвучил. Серьезно, сейчас Бэтмен был, в смысле Человек-паук был. Я озвучил какого-то там урода жирного, квадратного. Ну ладно, на сцене ты все еще любовник и героев играешь. Ну там, в том-то дело, что там... Уже такой увядающий гений. Зато самый увядание. Мудрый ты был там. Кстати, это хороший рынок. Увядание в стране. Я готов захватить власть на этом рынке. Потому что мои сверстники, они вот артисты, все так хорошо выглядят, не бухают. Они пока на мою территорию не заходят. Вот страна увядания. Ну и ты же тоже их обходишь стороной. Ты же признавался не раз, что ты предпочитаешь общаться с молодыми, с более молодыми, с вот, гораздо моложе. Ой, и Ольга меня вообще так порадовал этот сериал. Он вдохнул в меня. Я напился крови. Молодецкая вообще. Спасибо. Что-то не младенческое. Энергетики, да. Это впереди. А, да, энергетики вообще зрителя молодого. Я рад, что мы так стрельнули удачно. Меня пригласили в 4-й сезон. Я не знаю, насколько плотно меня запустят на эту территорию, но с удовольствием. С Яной играть просто прелесть.
съемки в гестапо, это всегда интересно. У меня Яночка держит. И даже признаю, что у меня даже целый один член семьи смотрит сериал, посмотрел его весь. Так, я испорченный человек, ты так это произнесла, что сейчас подожди, нужно перестроиться. Перестройся на музыку. Да. И таких очень много по нашей, в нашей стране, это миллионы, конечно. Да. А мы сейчас послушаем что? Сейчас я соображу. Так, послушаем-ка мы сейчас песню... песню «Капли». Давайте нырнем в прошлое и фильм «Дикари», фильм, с которого все началось, у нас с Виктором Шамировым, наше чудесное кино. Я рад, что к этому фильму мы писали практически всю музыку. Всю красивую музыку. Самую красивую, да, это как раз было написано, да. Да, и мы написали песню «Капли». Давайте. Давайте, слушаем. Капли капают в песок, а тебя на волосок. Я мне понятно, почему влажно впитывать песку их. Бедна я один, вместе мультивитамин мы. Мне понятно, почему так нужна вода ему, сердцу. Капли капают в песок, высыхает волосок. Состоит из волокна, из дождливого окна. Вот-вот-вот. Почему тогда вода, покидая нам всегда след, в осушительном прыжке забываешь о себе все. Любовь дана нам как вода. Я влью ее до дна. И у тех, кто одинок, я. И у тех, кто сам песок, а песок не одинок. Нет, нет, нет. Из чего он состоит, знаешь ты, когда он спит сном? Из песчинок и воды, и одна из них внутри ты. Состоит, знаешь ты, когда он спит сном. Из песчинок и воды, и одна из них внутри ты, я. Из песчинок и воды, и одна из них внутри.
Ты солнце, ты море, ты жаркое небо. Ты тот, никто никогда еще не был. Ты ножницы, камень, бумага, иголка. Ты кислая сладость, ты капелька. И елка. Мы с Лизой эту песню пели. С Лизой елкой. Вот мы в дуэте ее пели. Лизочке привет огромнейший передаю от всей души. Хороший у тебя вообще дуэт, надо сказать. Ну, у меня шикарно. Лучший дуэт, я вам скажу, насобирал-то я. Нет больше такого наглого перца, который спел 12 дуэтов собственного производства. Ну, что ты пользуешься своей известностью, пользуешься своим обаянием, конечно. Рэкет, нахрапистость, звонки ночью. Угрозы порой такие не завуалированные, скажем так. Как называется, когда я предоставлю информацию секретную, выложу наши компрометирующие фотки, шантаж. Я сейчас специально спел сверху, засадил мимо, чтобы все понимали, что мы в прямом эфире. Конечно, конечно. За суть отдельное спасибо хочется сказать, Гош, да? Расскажи про вот этот микрофон. Какой-то он такой, мне кажется, с биографией. А это мой? Это твой микрофон, да. Покоцанный, да. Он старый. Как раз лет 15, да, расскажи. Ну, да, лет 10 он падал неоднократно. А я еще подумал, господи, откуда у нас такой микрофон? Да это какой-то такой уникальный. Ну, такой нормально. Я его в свое время купил, потому что в такой пел Мазаев. Ага. А у нас Мазай Коммуникейшн. Да. И у меня похоже с Сергеем Тесситуровым. Он-то покруче поет, безусловно. Есть, но у меня... И он такой для вот людей для, с баритоном предназначен. Он еще старый и бракованный. Его нужно поменять давно, но и у меня нет денег. Дорогой, пара тысяч долларов стоит. Сейчас бегущей строкой у вас на экранах появится как раз номер карточки. Оценка, куда можно будет как раз сбрасывать. Коротенькая пауза, вы пока сходите за своими карточками, чтобы как бы так использовать. Прям 10 секунд, и мы вернемся. Студия 89.9. Концертный зал. Друзья, мы продолжаем концертный зал на телерадиоканале «Страна-ФМ». В гостях у нас Гоша Куценко. Очень замечательный у нас концерт. И, конечно, без специальных рубрик тоже никак не обойтись. Вот «Плоды любви» рубрика очень любимая у нас здесь. Гош, скажи, ну ты-то знаешь, кто отец ребенка Марии Порошиной? Вы специально эту рубрику принимаете? Да. Я знаю одно, что это не я, вот это точно. Однако в соцсетях под постом Марии ты писал, Маш, хочешь я буду это отцом? Да, я поддержал Машеньку. Сколько ты журналистов прокормил даже. Да, да. Все, Машенька родила, и случилось 11-го. И... Сыночка, наконец-то. Все, встретили ее, проводили домой, там такой праздник вообще. Я считаю, что она героиня, и страна должна знать своих FM-героев, она молодец, и вообще, я преклоняюсь перед нашими актрисами, мамами-героинями. Вот кто, несмотря на соблазны, на работу, на усталость, тем не менее, берут и рожают творят детей делают, да. Они продолжают жизнь на земле, правда, которые занимаются собой. Ну. И цены им нет, они в кадре иначе существуют. Они великие женщины. У них другой смысл в этой профессии, вы понимаете? Они несут другой смысл. Не скажет, я так поняла, он ответа на мой Катя вопрос, Климова, он будет рассказывать четверо, сейчас. Четверо. Катюша, мы играем в спектакль «Любовные письма», с которым едем в Израиль. И вы в Израиле не вещаете, кстати? Нас там смотрят, интернет, конечно. О, через привет, интернет. Хавнагила. Приходите к нам, вот следите за рекламой, потому что я знаю, параллельно там еще гастролируют россияне. Приходите к нам. Может, ну что касается про женщин, которые успевают все, и Ирина, твоя супруга любимая, также ведь уже тебе двух чудесных девочек подарила. Да, спасибо. И все знают, что вы не собираетесь на этом останавливаться. Ну, не знаю, вы с ней пообщались уже. Пишут в интернете, пишут очень-очень много людей об этом. Ну, я уже старенький, куда мне? Да что вы говорите? Ну, поживем, увидим, давай. Ну, в общем, ничего тут загадывать. Интернет, это такое дело, да, что загадывать не стоит. Абсолютно точно можно сказать. Что-что, это точно не стоит загадывать. Скажи, ну, Женечка-то уже поет папины песни? Да, Женя снова по телевизору Вова, она прям подхватила. Я почему видео сделал? Потому что она это сразу напела. Ну, дети, они же ловят быстро. Конечно. Ругательство повторяют быстро. Да, ты знаешь, еще я бы что, наверное, строчка. Нет. Вот это должно же зацепить и должно понравиться очень, чтобы да, это напевать. Да, она снова по телевизору, она напела, и я подумал, я вспомнил, это случилось в октябре месяце, мы готовили пластинку, и она напела. Я говорю, ой,
Так у нас же отснят ролик был в прошлом году. Ролик год человек, пролежал, год назад, да. Да, год пролежал, и мы я вспомнил, в октябре мы быстро его дособрали. И конечно, а потом артист Куценко жалуется. Что-то вот не так, как бы, да, почему музыка у меня не бежит делал, паровозом. Саша, да. Ну, у меня нет такого продюсера, который бы... Знаете, должен быть, как он называется, продюсер, я сам такой в кино, сейчас, подождите, который есть исполнительный, а есть креативный, вот, креативный продюсер, музыкальный продюсер музыки, кто и рулит твои перспективы, будущее твоим, ну, который, вот, у меня нет такого продюсера, и хотя я в сотрудничестве долгие годы с Velvet Studio. Да, да, вы же выпускали они, пластинку. Да, тоже. Но они ко мне, друзья мои, относятся снисходительно и правильно делают. Как бы странно, не знают мое расписание и вообще мою жизнь. Поэтому я у них такое украшение на стеночке вешу, и меня это устраивает. Вот, и их тоже. Ну, Гош, называй группу «Страна FM», о чем мы уже сегодня договорились, да. И все будет «Страна очень круто. ГК FM». Переходим к следующей песне, что мы услышим сейчас. Давайте. Следующая эротическая композиция. Наконец-то. Наконец-то я спел песню, слова, которые написал не я. Это память о моем друге, о Диме. Он написал ее до 10 лет назад, он текст написал. И на спектакле еще «Чапая пустота». Мы ее пели, играли, и она как бы появлялась, отступала, она как-то реформировалась. Это был блюз раньше, а сейчас это чудесная танцевальная композиция, называется она «Первая учительница». Песня отлично. О сексе. Была красивой женщиной и старше аж на 8 лет. А я, мужчинка, был застенчивый и форму школьную одет. Она мне первая позволила, как хочешь это понимай. И был в нее влюблен до боли я в тот первый безумный май. И шептала ты, проси, что стерва я, но мне хотелось вновь и вновь. Первая учительница, первая по предмету первому любовь, 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 любовь. Торопился на свидание, то ненавидя, то любя. И как домашнее задание я отдавал всего себя. Она меня дразнила школою, все обещая впереди. И на столе плясала голою и засыпала на груди. Шептала ты, прости, что стерва я, но мне хотелось вновь и вновь. Первая учительница, первая по предмету первому. И шептала ты, прости, что стерва я, но мне хотелось вновь и вновь. Первая учительница, первая по предмету первому. Любовь, любовь. И вышла замуж опрометчиво и укатила за моря. Все было в прошлом, делать нечего, но было в принципе не зря. Конечно, это дело личное, она сегодня не со мной. Но точно помню, на отлично я ей сдал экзамен выпускной. И шептала ты, прости, что стерва я, но мне хотелось вновь и вновь. Первая учительница, первая по предмету первому. И шептала ты, прости, что стерва я,
виновны, хотя бы вновь и вновь. Первая учительница, первая по предмету первому. Любовь. По предмету первому. Любовь, 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 любовь. Ай, браво. Дима, Гоша Куценко. И память, ну, детишки есть, так что, ребята, знаете, что песенка Димина за увековечена. Гоша, а покажи альбом-то, пожалуйста. Ты как-то его раскрывал слова в процессе. Слова у него, да. Прям это прям слова написано. Это Брайлем, да? Брайлем, шрифтом, да. Да. А дай, вот, пожалуйста, если можно, да, мне. Конечно. Руки, да, я просто... Вот грузовик, который летал. Показать, мы можем это... Пахнет? Пахнет диск? Ну, конечно, серьезно? Диск пахнет химией. Действительно? Тем, что мы едим каждый день. Это специально? Специальное нанесение аромата было этого. Ром, я просто хочу, чтобы вы показали. Да, вот он, вот этот самый альбом, слова. Слушай, очень красиво. Я специально сделаю белый для того, чтобы она... Очень красиво. Да. Вот такая вот, чтобы пластинка. Чтобы она пачкалась, старела. Ага, только и чтобы женщина нужно было может купить, так положить, ну, пластинку. Неправильно, да? Это же уходящие, это раритеты. Да, сейчас согласна. Же нету, сиди, ни у кого нет. Я кому подарил, говорит, а как, на чем мне слушать? Я сразу понимаю, в каком состоянии человек, значит, он ездит на новой машине. Ну, у тебя в машине эти... есть? У меня, смотря в какой. Вот, вот, я говорю. Мы как раз, да, ты хотел прийти как раз к этой теме? Я на рейндж-роверах езжу, а там всегда есть это... Эта штучка. Потому что, ну как, ну ты видишь, сиди, открываешь, хендмейк, руки, это даже, ну, важно. Уж, а что у тебя сейчас на сегодняшний день с автомобильными твоими, с коллекцией происходит? Ты как-то сказал, что да никакой я не коллекционер, я езжу на помойках. Помойки. Прокат берет классные тачки. Я, да, я езжу сейчас на прокат, на Discovery, на Range. Езжу зимой. Я зимой езжу на прокатных джипах. Вот у меня есть такая тема, я уже 10 лет этим занимаюсь, очень удобно. А так у меня летние машины спортивные, кабрики. Ну, страсть такая особая у тебя, да, все-таки к этому? Прокачу вас. Да, у меня уже собралась хорошая коллекция, она разбросана по Москве. Вот теперь осталось купить гараж, где можно их собрать. Не знаю, давно ли тебе задавали такой дурацкий вопрос, но просто песня была как раз первая учительница по предмету главному «Любовь». Ты помнишь свою любовь? По предмету первому. Первым, извините, простите, ради бога. По предмету первому. Да. Секса с учителями не было. А ну, по предмету «Любовь»-то учительница была же. Ну, была у всех. Ну, да. Да, я признаюсь, что я знаю, что такое секс. Да, но во сколько лет, скажи? И также была ли она на 8 лет старше, как в песне, которую мы только что услышали? Ну, не на 8, но на пару, она была старше. Все-таки старше? Все-таки старшеклассница, да. Да. Вы продолжаете общаться каким-то образом, переписываться? Продолжает ли она гордиться? Со старшеклассницей? Ну, мне 52 года, прикинь, о чем ты сейчас? Ну, перестань. Ну, нет, конечно, уважение. Уважение, если нас вдруг сейчас... Она видит. Ну, это была старшеклассница. У нас с ней больше не было ничего. Это Львов, да? Где-то там. Это, да, это во Львове. Сейчас, да, она вряд ли смотрит наш эфир. Ну, в общем, мы не для этого здесь собрались, боже мой. Ну, увидит. Я думаю, что ей будет приятно, что мы вспомнили. Почему, конечно, да. Любовь. А давай вот кто сейчас, каждый задумается о своей первой любви, мы посмотрим ему в глаза при этом. А кто нас слушает? Вот чем полезно, кстати, делать такие путешествия памяти. Вспомнить свою первую любовь, свой первый опыт. Мы-то живем вчерашним днем или надеждой, то, что завтра. Вот вспомните эти, что с вами случилось и пока, 40 лет назад, случайно, в поезде. Гоша будет петь следующую. А мы хотим жить настоящим, да, и чтобы здесь и сейчас зазвучала сейчас, музыка. Да, музыку хотите, да, или хотим. Ольгу? Хотим. Ольгу хотим. Давайте Ольгу. Давай. Или музыку. Давайте Ольгу. Ольгу. Вот она, премьера песни. Мы шли к этому долгие эфирные часы. Погнали. Песня «Ольга». Из сериала «Ольга». Ольга.
Ей играл какой-то бешеный диджей. Мне позвонил Сергей, Роман, Илья, Чингиз, Андрей, что возвращалась поскорее. Я ей: ты как вообще, окей? Она ответила: я Ольга. Что это за чудо, за такое называют нашей любовью? С тобой, ой, с тобой, ой. Встреча мимолетная глазами, и уже летит все между нами. С тобой, ой, с тобой, ой. И вот уже летим мы по ночной Москве. Она с горы заснеженной на лыжах, я на скейте. Над океаном, чтоб на пляже и в песке. О непроблемах, пробках, пьянках и тоске. Ее тело творит с моим супердело. А мысли мы с ней. Что это за чудо, за такое называют нашей любовью? С тобой, ой-ра, с тобой. Встреча мимолетная глазами, и уже летит вся между нами. С тобой, ой, с тобой, ой. Самые красивые рассветы нам расскажут самые секреты. С тобой, ой, с тобой, ой. Самые крылатые качели раскачались и мы полетели. С тобой. С тобой. С ней мы разбежались на вторые сутки. Разбила мое сердце ради шутки на куски. Мне остается утопиться в луже от тоски. Мне кажется, всему виной мозги, соски, мои виски. Но я так верю, что мы будем очень, очень близкие. Что это за чудо, за такое называют нашей любовью? С тобой, ой, с тобой, ой. Встреча мимо ртая глазами, и уже летимся между нами. С тобой, ой, с тобой, ой. Самые красивые рассветы нам расскажут самые секреты. С тобой, шура, с тобой, шура. Самые крылатые качели раскачались и мы полетели. С тобой. Спасибо большое! Шикарный эфир! Спасибо большое! Я очень рад, что увидели и услышали, потому что по-настоящему счастлив только когда поешь. Поэтому ваша идея гениальная, я буду смотреть только ваш канал, когда люди поют живьем. Осторожно! Купайтесь с осторожностью, много не пейте после крещения. Гоша Куценко, браво, концертный спасибо. Зал, Страна ФМ и Ольга. Только что премьера в эфире телерадиоканала в живом исполнении, но очень скоро, Гоша пообещал, на всю страну, на секундочку, что будет клип. Да. И теперь уже не получится так, как с клипом про песню новогоднюю. Я вас переберег для Ольги. Ну и надо сказать, да, что уже хип-хоп исполнители наши, конечно, немножко занервничали. Занервничали после услышанного сегодня в эфире. Кажется, на Ямайке слушают после этой песни сразу. Я и хочу поэтому петь хип-хоп, чтобы не нервничать. Эти люди не нервничают, они это крепко стальные люди, им привет, и я хочу пополнить их ряды. Все, я ухожу из попсы, Ольга моя жирная попсовая точка, и дальше я ушел в альтернативу, хип-хоп альтернатива, я пою голый матом на крыше
с мигалками, который летит по Кутузовскому проспекту. Лео Тару пишет уже вот статью. И вот здесь, мне кажется, важно сделать небольшую паузу и сказать, чтобы и те, и другие не расслаблялись, но это не точно. И поэтому держать страхи всех. Ну что, прощаемся? Нет. А есть еще песня-то какая-нибудь? Ну ладно, уже давайте прощаться. Чего мы мучаемся? Нетушки. Ну что ты, конечно. У меня очень важный вопрос, Гош. Скажи, пожалуйста, ты готов уже к тому, чтобы стать дедом? Ой, ну это важный вопрос. Мы обсуждаем с Полиной, с дочкой. Мы каждый день его. Вот вопрос. А что здесь, как-то от тебя будет зависеть? Ну нет, но имеется в виду, что я собираю информацию. Ну потому что, да, там же все хорошо, очень серьезные отношения, красивая пара, в интернете все, в общем, тоже есть. Да нет, люди добрые, все желают счастья. Да, ребята засветились. Засветились, да. Такое, я не хочу загадывать, такая тема очень такая. Хорошо, тонкая. Ты скажи, ну все-таки ты готов или нет? Или все-таки ты хочешь еще немножко походить отцом молодым, а дедом не хочешь пока знать? Я разницы не чувствую. Мне кажется, разницы не существует. Подожди, вот станешь дедом, почувствуешь как-то. Ну дай все? Бог, ощутить. Да я отцовством-то не могу насладиться. Все равно я к ним прихожу и как заново, как к детям. Вообще. Я только-только начинаю ощущать такую любовь, такую. Ну, это прекрасно. Дети же должны это смыкать руки на шее тебя и целовать в щеки. Тогда только ты ощущаешь, что. Про себя, да, близким таким. Умозрительно к этому нельзя прийти так же, как и понять, как устроен iPhone внутри. Вот так же не скажешь. Гош, ну зато, глядя на тебя, получается, на твою жизнь, можно смело всем сказать, что в 50 жизнь только начинается. Или даже 52. 55, подождите. 50? Мы еще не начинали жить. Я еще не начинал. Ну и хотелось бы понять, над какими начинаниями ты будешь трудиться как продюсер в новом году. Да, во-первых, я сейчас монтирую киношку свою по мотивам короткого метра «Время жить, время умирать», общеизвестного такого метра. И там много «Альманах», его привезли на фестивале. И, возможно, он осенью выйдет в прокат как комедия. Ну, такая альтернативная комедия о кино, о жизни, о парадоксах. Ну, здорово. Идиотское кино, абсолютно предупреждаю. Это комедия. Очень мало таких сейчас фильмов, поэтому мы ждем с нетерпением. Ну, такой, но он такой, это такой юмор особый. И продюсирую большую картину, и называется «Балканский рубеж». И в марте мы выходим в прокат. Большой 1500 копий, 20 век Фокс. Угу. Картина посвящена марш-броску наших десантников в 99 году после начала бомбардировок Белграда. Сложное время. Да. Тема актуальна. Очень жесткое, честное, откровенное кино этой спецоперации. И 20-летие бомбардировок Белграда. Вот, в общем, такая серьезная продукция. Абсолютно два очень таких полярных разных проекта, о которых ты сейчас, конечно, говоришь. Да, я видела, я изменился актерски, перестроился. Да, во мне уживаются такие противоречивые вещи, я вам скажу. Ну, как у артиста такое часто бывает. Люди странные. Утром играешь утренник для детей, а вечером играешь. А вечером играешь в клубе для взрослых. Да, на сцене эротические драму песни я играю. Исполняешь. Я сейчас репетирую, кстати, вот нереальный спектакль. И для меня это вот Татьяна, вот пианист мой. Да, блестящая, красивая, и красавица, из Индии, невероятная. Приехала. Профессор музыки, между прочим. Видишь, как странно. Как, вот как мы играем такую музыку, а люди такие неадекватные, видишь? Но нас, я вам скажу, наверное, в жизни должна людей объединять. Неважно, чем ты занимаешься. Наверное, какая-то мелодия, гармония. Вот гармония, мне кажется, она может присутствовать где угодно. Созвучие душ такое. Да, вообще, да, гармония и в отношении между людьми, и все. Вот я делаю, что серьезное кино о жизни и смерти, что комедию о смерти и жизни, я делаю на одной гармонии. И самое главное, очень честно. Именно поэтому тебя любят, видят. Честно. Ну, как честно? Но ты очень органичен во всем. У лжи тоже есть своя гармония. Ложь — это кино, это иллюзия. Иллюзия тоже имеет гармонию. Правда и ложь — это всего лишь две стороны медали. А что-то главное, оно где-то... Или между, или вовне. Так что здесь не поймешь, где. Гоша, дорогой, спасибо тебе большое. Спасибо. Песню за то, играем, что ты есть. Нет, мы играем обязательно. Или цвет настроения синий, сейчас врубите, и все. Играем песню. Да дайте же сказать кто-нибудь, да, пожалуйста. Песня музыка. Сказать мне не дадут, что ли? Подождите. Скажи. Давай, я хочу тебе сказать спасибо за нашу встречу сегодняшнюю. Ой, спасибо. Благодарить команду, спасибо, замечательных, ребята, талантливейших музыкантов.
Спасибо тебе огромное за диск. Знаешь что, мы правда очень ждем клип твой, Ольга. Снимай поскорее. Там, это требую, да, у них. И мы тебя всегда очень рады. Спасибо большое. Мы тебя ждем как музыканта, как актера, как продюсера, как красивого мужчину. Спасибо большое. Блистательного. Ой. Творческих тебе побед всяческих и всего я самого делал хорошего. Я делал очки специально, это премьера очков. Я здесь, у меня езжу за рулем, иногда пользуюсь услугами оптики, когда еду вечером. Заехал в салон, у меня разбились очки. Я зашел, говорю, в один салон на Тверской, мой любимый салон Взаимосовета. Говорю, сделайте срочно мне стекло, у меня лопнуло стекло. Они говорят, хорошо, тут девушка подходит, говорит, Гоша, вы очки свои заберете? Они лежат с 15-го года. Говорит, да ладно. Я их оплатил и забыл о них. Они встали стекла. Это вот как раз они те самые. Да, я делал, я хоть как музыкант. Я же сегодня решил образ музыканта. Ну, это очень круто, да. Единственное, что слева и справа опасно подходить, потому что такие мощные шипы, а только спереди. Зима. Шиповные очки. Садома за роль, кстати, хороший. Зима, шипы. Да, что у нас будет под занавес? Песня, музыка, погнали. Отлично. С ней выйдем из нашего эфира, да? Да. Ну, погнали. Надо к врачам, там, где я люблю музыку, помогите кто-нибудь, спасите меня. Оторвите с головой эти факин наушники, которые час-час, три ночи, дня. Мне изменяет мое воображение, друзья, думаю, я лишился их ума. Каждым мгновением у меня день рождения, установите музыку, мне страшно, мама. Она мне и за брата, и за друга, за одноклассников, за почку и за ру. За твиттеры ВКонтакте у Фейсбука и за медицинскую сестру. Да всех, у кого я музыки учился во дворах имени Чайковского, за всех, кого я просочился, ведь секс самая музыка. Эй, парень, посмотри на неё. Эй, подруга, посмотри на неё. Эй, будь послушать её. Эта музыка, я люблю. Эй, парень, посмотри на неё. Эй, подруга, посмотри на неё. Эй, вы послушайте её. Эта музыка, я люблю её. Дорогие друзья, спасибо за эфир. Я вместо второго куплета спою третий, самый главный. Труба, Руслан Лукьянов, Русик. Михаил Кадурин, гитара, Миша. Спасибо тебе, дорогой мой. Олег Конаков, бас-гитара. Отлично, Олеженька, танкишо. Илья Михеев, барабанная установка, в данном случае электрическая, электронная. Татьяна Кобзева, профессор музыки. Танечка, спасибо. Месяц в Индии похудела. Поправилась, Таня наконец-то поправилась. Набрала наконец. Без любви. Без любви. Эй, парень, посмотри на неё. Эй, подружка, посмотри на неё. Эй, мы послушаем её. Эта музыка, я люблю. Эй, парень, посмотри на неё. Эй, подруга, посмотри на неё. Эй, вы послушайте её. Эта страна, это я люблю. Её. Это музыка, я люблю ее. Спасибо. Гоша Куцаша, концертный зал, Страна FM. До новых встреч. Спасибо. Браво.
Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо!